В Беларуси умерла мать героя Украины Жизневского. Нина Жизневская прожила меньше месяца после смерти мужа Михаила. Она скончалась в Гомельском госпитале для людей с инвалидностью, куда ее доставила скорая помощь. В Беларуси на 61 году жизни умерла Нина Жизневская, мать героя Украины Михаила Жизневского. Об этом сообщает Радио Свобода в пятницу, 4 мая, со ссылкой на ее дочь Наталью. Отмечается, что Нина Жизневская умерла в Гомельском госпитале для людей с инвалидностью, куда ее доставила скорая помощь. Она прожила меньше месяца после смерти мужа Михаила Петровича, который умер 8 апреля, говорится в сообщении. Напомним, Михаил Жизневский был одним из активистов Майдана в Киеве. Он был убит 22 января 2014 года выстрелом в сердце на улице Грушевского. В июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко присвоил Жизневскому посмертно звание Героя Украины. Также Жизневский был посмертно награжден орденом Героев Небесной Сотни. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.